Сейчас человек в маске в очередной раз бросит вызов судьбе. Его ожидает встреча с гильотиной, чье лезвие остротой не уступает опасной бритве. Это по-настоящему зловещее изобретение. Маг появляется на сцене в одеянии человека, приговоренного к смертной казни. Красавицы прощаются с ним, и маг поднимается на эшафот. Голову обреченного фиксируют при помощи обруча. Все готово к экзекуции. И вот появляется палач. Его задача не так уж сложна. Я не могу смотреть на это. Скажите, это закончилось? Конечно нет, ведь палачом оказался сам человек в маске.